Эксперты назвали причину крушения поезда в Нью-Йорке. Состав превысил скорость почти в 3 раза и на опасном участке перед крутым поворотом сошел с рельсов. Такой вывод позволили сделать данные черного ящика. Однако информации о технических неполадках он не содержит. Ранее машинист заявлял, что пытался сбросить скорость, но не смог из-за неисправности тормозной системы. Напомню, авария произошла в воскресенье рано утром в районе Бронкса. Погибли 4 человека и еще 67 получили различные травмы. Американские СМИ подчеркивают, произошедшая трагедия и смерти людей не заставили мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга оторваться от игры в гольф на Бермудских островах.